Мы только что у президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко провели полуторачасовую беседу. Лидер Беларуси изложил свои оценки ситуации в мире, которые идут в русле наших действий и которые обосновывают дальнейшее развитие Организации договора коллективной безопасности. Мы отметили то, что эта организация, так же как и Шанхайская организация сотрудничества, как БРИКС, рассматриваются Западом в качестве угроз своему доминированию на международной арене, в качестве формирующихся центров будущего многополярного мироустройства, в котором в многополярном мироустройстве Запад видит угрозу своим интересам, угрозу своей гегемонии. И в этом плане мы также наблюдаем отчаянные, агрессивные действия Запада по внесению раскола в ряды членов ОДКБ, как и в ряды БРИКС, в ряды Шанхайской организации сотрудничества, других независимых от него структур, включая попытки прибегать к нечистоплотным методам, чтобы вбивать клинья в отношения между членами организации договора коллективной безопасности. Наш общий вывод – необходимо противостоять этому давлению, необходимо выполнять союзнические обязательства в полной мере, укреплять солидарность. И президент Беларуси подчеркнул, что в этом он видит, этого требует, по его мнению, который мы разделяем, этого требует не только союзнический моральный долг, но и сугубо прагматичные интересы, потому что в конечном итоге нам всем в рамках ОДКБ, в рамках СНГ, в рамках Евразийского экономического союза и, конечно, в рамках союзного государства нам вместе жить и вместе решать наши проблемы. Мы никуда друг от друга не денемся. А Запад, так как он это уже неоднократно делал и в том же Афганистане, в том же Ираке, сейчас вот Украиной занимается, как только у него иссякнет интерес, он просто бросает ту или иную ситуацию, которую он создал, и уходит, оставляя соответствующие территории в разрухе и в опасном состоянии. Поэтому, мне кажется, у ОДКБ сейчас очень важный период, и председательство Республики Беларусь в Организации договора коллективной безопасности существенно помогает правильно взглянуть на современную ситуацию, правильно оценить эту ситуацию и выработать путь вперед. Спасибо.